Расскажите, пожалуйста, как прошла операция, как Савлюс себя чувствует? Надо сказать, что нам пришлось столкнуться с довольно серьезной ситуацией, которая была обусловлена развитием, с развитием довольно запущенной стадии патологической функциональной перестройки большеберцовой кости в средней трети, что было связано, в свою очередь, по-видимому, чрезмерными нагрузками при занятиях спортом, в связи с чем пришлось произвести оперативное вмешательство. Операция прошла удачно. Патологические очаги кости удалены и произведена фиксация большеберцовой кости пластиной. После операции он чувствует себя хорошо. Период после операции проходит без всяких особенностей. Надеемся, в ближайшее время вы увидите его на трибунах стадиона. А как долго длилась операция? Делали обезболивающие, Савлюс? Операция длилась около часа. Назначение каких-то либо дополнительных обезболивающих препаратов не потребовалось. Расскажите поподробнее о травме Савлюса. Его заболевание следует отнести к довольно распространенной группе заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые встречаются преимущественно у спортсменов, а именно к патологической функциональной перестройке костей. У него имела место эта перестройка большеберцовой кости, в области средней трети большеберцовой кости. А это, в свою очередь, бывает обусловлено чрезмерными нагрузками или не совсем рационально организованным тренировочным процессом. Возникает хроническое воспаление надкостницы с дальнейшим переходом на кость, развитием склероза надкостницы и кости. Ослабевает костная ткань, и в итоге довольно часто происходят стрессовые переломы костей. Вот у него была такая ситуация, при которой недалеко оставалось до возникновения патологического перелома на фоне функциональной перестройки большеберцовой кости, в связи с чем операция была, очевидно, необходима. На граммах Савлюса мы видим характерные для патологической функциональной перестройки изменения в виде утолщения надкостницы с развитием зон деструкции или зон лозера в диафизе большеберцовой кости. Аналогичные изменения мы видим на компьютерно-томографических изображениях. А дальше вы видите рентгенограммы после операции. Зон деструкции остеосклероза нет, а кость фиксирована, вот видите, довольно массивной пластиной. Дмитрий Олегович, основной вопрос, который волнует всех болельщиков футбольного клуба «Торпедо Москва». Как скоро Савлюс сможет приступить к тренировочному процессу? Начало тренировочных нагрузок, очевидно, реально для него через 2 месяца после операции. Более серьезные нагрузки возможны через 4-6 месяцев после операции. То есть на сегодняшний день мы можем говорить о том, что по итогам этой операции проблема, которая у него была, она уже дальше не возникнет впоследствии. Да, как правило, после этих операций течение довольно благоприятное, и практически все пациенты возвращаются на прежний уровень физической активности. –